Всем доброго дня, друзья. Иду в ЦНК. Сегодня там состоится праздничный концерт, посвященный Дню Матери и закрытию года семьи. До концерта еще целых полтора часа, но я решила выйти пораньше, прогуляться пешком. Так хорошо на улице, сегодня не холодно, не ветрено, спокойно. Думаю, пройдусь по свежему воздуху, пока время еще есть с собой. Вот видите, у меня тут в сумке платье, туфли. В общем, приду, переоденусь, накрутила кудри, решила сегодня быть кудрявой. Вот как раз пока дойду, оно еще немножко все распадется. Я не хочу, чтобы прям сильно так накручено было. Как раз будет хорошо. Вот. А, честно сказать, вообще сегодня хотела ничего не снимать, но потом вспомнила, что я все-таки обещала вам и всем мамочкам обещала подарить свой музыкальный подарок. Вот, поэтому решила все-таки небольшой вложик заснять. Просто, честно сказать, не очень у меня сегодня хорошее настроение. Я сегодня грущу. Ну, всякое бывает, знаете, я тоже живой человек. Могу радоваться, могу грустить. Вот, просто расстроилась немного, что сын все-таки опять в этом году не приедет на Новый год. Танюшка приедет. Танюшке купили уже билеты и сюда, и обратно в Питер. Встретим ее перед Новым годом, она будет с нами на Новый год дома. Вот. А Саша, к сожалению, не сможет приехать, у него сессия. И так поставили, знаете, экзамены. Один 30 декабря, а второй 8 января. Ну, в общем, ни туда, ни сюда. Как бы ехать домой на несколько дней нет смысла. Он говорит: мам, может быть, потом уже сдам второй экзамен. И там, получается, у них середина января до 1 февраля каникулы. Я говорю: Саш, может быть, если получится, приезжай хоть две недельки, этих каникул побудешь дома. Вот, потому что если опять до лета, как в прошлом году, я с ума сойду. Я очень скучаю, я так ждала Новый год. Сегодня прям расстроилась, думаю, ну... Что поделать, нужно учиться. Такова студенческая жизнь. Вот, поэтому, ну, как-то нужно это все просто принять и все. Ну, он, скорее всего, со своей девушкой там будет встречать не один, слава богу. Дай бог, чтобы все было хорошо. Я говорю, я вам пришлю денег на всякие вкусняшки. Может, куда-то сходите, в Питере тоже красиво. Все будет нарядно, там уже все нарядно. Везде уже иллюминация, все светится, все сверкает. А к Новому году вообще представляю, какая будет красота. Ну, раз все так получается, значит, так должно быть. Все, мои хорошие, я тут пытаюсь аккуратно обойти наши лужи. Улица, конечно, ужасная. Может быть, когда-нибудь все-таки сбудется моя мечта. И администрация наша, не знаю, или кто этим должен заниматься, заасфальтируют нам дорогу. Так хотелось бы. Тут центральные улицы красивые, заасфальтированные, а наши вот периферийные такие, честно сказать, страшненькие. Ну, спасибо хоть грейдерам, два раза в год проходят, выравнивают все эти лужи. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы мы тоже тут были цивильными, по асфальту ходили, а не по грязюке. Ну, как-то так. Все, пока отключаюсь. Увидимся немножко позже. Кто-то написал в комментариях: Наташа, пусть муж вам купит машину, чтобы вы пешком не ходили. Да я же уже не раз говорила, друзья, что я люблю ходить пешком. Мне это в наслаждение с моей сидячей работой. Нужно же хоть иногда дышать свежим воздухом и хоть какая-то кардиотренировка. Но я понимаю, на дальние расстояния. И потом у нас дома две машины. В принципе, я могла бы ездить, если очень-очень сильно бы хотела. Вот. На дальние расстояния, да. А когда здесь, по станице, у нас все пошагово, мне вот... От дома до ЦНК 15 минут ходьбы. Ну, почему не прогуляться, правда же? Вот, поэтому не переживайте за меня, все хорошо. Леша сейчас тоже приезжал домой на обед. Он говорит: если надо, я тебя отвезу. Я говорю: не надо. Не надо меня отвозить, не надо меня довозить. Я хочу идти, говорю, понимаешь? Идти хочу своими ногами. Пока еще есть силы и есть тем более время. Солнышко пытается пробиться сквозь хмурые тучи. А я уже и до парка дошла. Сейчас пройду еще буквально тут 3 минуты и буду в ЦНК. Молодежь гуляет, на лавочках сидят. Ну, хоть и тепло, но все равно сыровато, конечно. Ну, вот и дошла.
как ни странно, сегодня вообще не волнуюсь. Обычно волнуюсь. А сегодня как-то так спокойно мне. Ну, не знаю, может быть, пока. Хотя песня для меня новая. Сама по себе песня не новая, ей уже несколько лет, но для меня она новая. Самое главное – это не забыть слова. Пока время есть, сейчас переоденусь и, может быть, еще порепетирую немножечко. Чей-то песель тут кого-то ожидает. Привет, дружочек. Привет, дружочек. О, вот у нас красиво тут фотозону сделали. Семья – это главное слово в каждой судьбе. Там уже кто-то репетирует. Ну, хорошо. Сейчас переоденусь тоже, пойду позже переоденусь. Пока репетиция. Здравствуйте! Здрасте, здрасте всем! Ну все, чуть-чуть порепетировала. Сейчас там девочки репетируют, а я пойду пока переоденусь. Что называется, гладила дома платье. Пока дошла, в сумке все помялось. Приходится заново. Ну, как видите, платье мое старенькое. Я уже в нем не раз выступала. Вот полдня сегодня думала, в чем мне выступать. Потом решила, что к сегодняшней песне все-таки больше всего подходит именно это. Как когда-то мальчик мне сказал, красивые у вас гуси на платье. Ну, вот у меня сегодня вновь платье с гусями. Что делать? Покупать что-то новое на 5 минут, чтобы выйти на сцену, я не стала. Сейчас отглажу. Все будет класс. Все. Я готова. Пожелайте мне удачи. Вот так красиво у нас сегодня встречают гостей. Прекрасную музыку, хочется танцевать.
все готово. Зал потихонечку наполняется. Я здесь как мышка пока присела в зале. Немножко поснимаю для вас несколько номеров. Вот, а потом пойду за кулисы. Попросила тут ребят, моих друзей, чтобы отсняли мой номер. Мой выход 11. Так что первые номеров 7-8 поснимаю. Ой, как приятно. Я вижу всю нашу группу. Все для фронта, для победы. Пришли все. Я вчера была на сетях, я их просила. Говорю, приходите поддержать. Вернее, не вчера, позавчера ходила на сети. Говорю, приходите поддержать, буду выступать. Вот. Но их, скорее всего, пригласили тоже. Как же нашу волонтерскую группу, да не пригласят. Не может такого быть. Вот Нина Васильевна. Я очень рада, что все пришли. Сегодня как никогда, прям полный зал. Ваша еда всегда самая вкусная, без исключения. Вы переживаете, когда мы лучшие, и когда лучшие не мы. Вы нас выручаете в трудную минуту, или просто радуете, когда мы выручаем вас. Иногда вы ближе всей стране или какому-нибудь другому ребенку. Для вас нет чужих детей, и даже если мы теряемся, вы нас все равно находите. Хотя нас это никак не оправдывает. Вы с нами говорите и до, и после. Вы храните то, что мы думали неважно. Вы вторгаетесь в нашу личную жизнь, и у нас возникают проблемы. Вы перестаете это делать, и снова проблема. Вы всегда точно знаете, что для нас хорошо. И даже в нашей квартире вы чувствуете себя хозяйкой. Мы на вас так похожи, даже если отличаемся внешне. Случается, что вы в чем-то в семье не первый. Но только не в том, что для всех важно. Вам гораздо больнее, когда нам больно. И папа может быть рядом, но вы всегда чуть ближе и ничего не ждете взамен. Но если только самую малость. Здравствуйте, уважаемые женщины! Разрешите поздравить вас с самым нежным праздником, с Днем Матери, наполненный яркими красками осени, ароматами свежих фруктов, собранных в наших садах. Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча
доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от домашних забот. Наше мероприятие прямо сейчас, в прямой трансляции, смотрит Генический район Херсонской области, который является подшефным для нас. Пасхалия в России отмечается с 1998 года. Вот уже 26 лет, как существует эта славная традиция. В этом году наш праздник особенный, потому что 2024 год указом президента Российской Федерации объявлен годом семьи. Сегодня, именно в этот прекрасный день, мы торжественно закрываем год семьи в Геогинском районе. Ведь кто, если не женщина, мать, хранительница семейного очага? Теплом человеческого сердца она наполняет наши дома. У каждого из нас есть семья, родные и близкие люди, свой дом. И где бы мы ни были, мы всегда помним о нем. Ведь он притягивает нас своим теплом и любовью родных сердец. Семья. Для любого взрослого человека с этим словом связано множество теплых воспоминаний. Из всех человеческих отношений семья – это самое древнее, самое дорогое, самое великое и святое. Если мы вместе, мы непобедимы. Держи меня крепче за руку, мы неразделимы. Вечности мы не найти на планете, наши родители, дом, наши дети. Дай Бог увидеть правнука, дай нам быть счастливыми. Это самое важное на земле. Это мы, это ты, это я, главное семья. Это первое слово и первый шаг, материнское сердце, смех малыша. Это мы, это ты, это я, главное семья. Елену Юрьевну Чек. Маме на сердечко, Бог нам все обливает. Маме на
мне открыла целый мир. И столько посвятила лет, сомневала каждый миг, оберегала от тревог и бед. И когда я на тебя смотрю, то хочу прижаться крепче вновь. Нет любви сильнее и сильнее, чем твоя любовь. Мама, к тебе опять бегу я, чтоб утонуть в объятиях твоих. Мама, как бережно храню я тепло и нежность добрых глаз твоих. Мама, к тебе опять бегу я, чтоб утонуть в объятиях твоих.
чем семья — это талисман проблем. Семья — улыбка мамы, маме. Семья — поддержка близким, друзей. Хорошо, что есть ты и я. Хорошо, мы с тобой семья. Счастье наполнит дружный дом, и пусть любовь расцветает в нем. Запомните словами песни. Семья — это значит вместе. Угадайте. На Валберес любимый. Еще там одна посылочка дошла. Я сейчас ее заберу. Вот, и позвоню Леше. Он как раз с работы сейчас уже едет и заберет меня. О, ну все, вроде бы нормально все прошло. Волновалась, конечно, уже перед самым выходом. Вот, вообще не было волнения, а уже вот-вот выходить. И что-то я прям как раз переживалась, но вроде бы ничего. Нормально спела, слава богу. Единственное, знаете, вот первые, сколько я там, не знаю, 3-4 номера засняла, вот, а потом отдала телефон своему другу, говорю, камера включена, ты только, говорю, поснимай мое выступление. А остальные номера, получается, ну, не засняли. А, вот, и в самом конце мы уже все вместе выходили, в общем, нас за кулисами держали до последнего. Говорит, сейчас будем все выходить, и получается, что я не смогла. Я думала, я спою, пойду, вернусь в зал и буду дальше снимать концерт. Но получилось так, что до последнего была за кулисами, вот, и ничего не поснимала. Но я поузнавала там у девочек, и говорю, девчонки, кто снимал, если что-то, поприсылайте мне, пожалуйста, видео, хотя бы какие-то кусочки я постараюсь вставить, ну, потому что очень было много там хороших, красивых номеров, и дети танцевали классно, вот, и песни хорошие, молодцы, в общем, все постарались. Спасибо огромное, как всегда, всем организаторам, всем участникам. И спасибо большое, что пригласили меня. Мне было очень приятно и радостно исполнить сегодня для всех мамочек свою песню. Ни дня без любимого Валбереса. Закройте его, я вас умоляю. Люди, помогите. Зато как удобно, да? Лежа на диване, покупаем все, что нам нужно. Все, забрала посылку, жду Лешу, должен минут через 5 подъехать. А, правда, кое-что пришлось вернуть. К охотнице пришли с браком, заказывала, хочу на Новый год жульен приготовить. Вот, а одна оказалась разбитой в коробке. Ну, вернула, ничего страшного, сейчас перезакажу, время еще есть. Мне просто понравились, они обычные беленькие, керамические, 250 миллилитров объем каждая. Вот, перезакажу. А, ну, остальное, что я тут забрала, уже дома вам покажу. Все,
Муж любимый за мной приехал. Едем домой. Ой, как тепло, хорошо в машине. Кто пришел? Плюша пришла. Друзья, мы дома. Показываю вам покупки сегодняшние. Значит, вот такую гирлянду купила. Гирлянда штора 3×3. Это я хочу завтра здесь у себя в кабинете украсить вот это окно. Но я завтра сначала сниму занавески, они тут все в пыли уже в этой гелевой. Я их постираю, окно помою, ну и потом уже покажу вам конечный результат. Хочется тоже у себя в кабинете создать какой-то уют, новогоднюю атмосферу. Я думаю, что и моим девочкам будет приятно. Вот, взяла такую с теплым оттенком желтым. Как-то, мне кажется, более уютнее смотрится, чем с холодным, с белым. Ну, не знаю, в общем, посмотрим, что из этого получится, все вам покажу. Дальше забрала тарталетки. Вот их здесь 72 штуки, маленькие икорные тарталеточки. Я уже такие в прошлом году покупала, они у нас все ушли. Вот, заказала свеженькие, потому что однозначно на Новый год тоже буду делать. Мне понравилось в прошлом году. Начиняешь творожным сыром, а сверху любую икорку, креветочку, там рыбку красненькую. В общем, что будет, на что будет возможность, что купим, то и положим. Будет красиво, нарядненько, вкусно. Вот, жалко, конечно, что сынок не приедет, опять вкусняшек маминых не поест. Ну, что поделаешь. Будем встречать Новый год втроем. С Танюшкой, с Лешей. Втроем будем хоровод у елки водить. Вот, значит, дальше. Ну, это для работы. Заказала вот такой красивый фокус-фокус. Как бы так вам показать. В общем, красивый очень гель-лак. Кошачий глаз. Вот, когда его магнитом собираешь, он вообще потрясающе на ногтях смотрится. В общем, вот такой гель-лак. Это тоже для работы гель. Это тоже для работы. Обычный завершающий топ. Вот таким я пользуюсь. Так. Ну и опять же себя любимую порадовать. Захотелось мне новую помадку от бренда Vivian Sabo. Такую светленькую взяла на повседневочку. Так, фокус, где фокус? Вот такой оттеночек. Оттенок, сейчас я вам скажу, только бы его найти. 07 оттенок. Ну и к нему подобрала карандашик для губ. Карандаш 102. Вот. Еще в подарок здесь положили патчи для глаз. И вот такую масочку для лица. Я это все люблю. Вот, наверное, прямо сейчас пойду смою с себя весь макияж и использую эту прекрасную масочку. Мои хорошие, на этом все. Сейчас с Лешей поужинаем и будем отдыхать. Я надеюсь, что вам сегодня хорошо было со мной. Я смогла поднять вам настроение. И надеюсь, что вам понравился наш концерт. По крайней мере, мы очень старались. Не судите строго. Я всем вам желаю добра. Я всем вам желаю любви, я всем вам желаю Божьих благословений. Спасибо за просмотр, скоро увидимся. Всех люблю, всем пока.